Скажи, на какую тему будут представлены твои картины в галерее? Давай лучше больше о галерее расскажем. То есть ты уже сказал о тематике. То есть ты собираешься в галерее их выставлять? Да. Чуть подробнее. Где, это, когда, да, что? Белый, расширение, оценку. Это сейчас у меня все, что касается картин в галерее, это плавный переход из увлечения в хобби. Затем, когда, наверное, будет чуть-чуть больше картин, из хобби в занятия. Но это нужно, на самом деле, очень много и тренироваться, и заниматься. Но думаю, что, может быть, скорее всего, следующей весной сделаю выставку. Если все уже точно будет. Этой осенью будет сюрприз альбом, следующей весной выставка. Ну, я так надеюсь. Это будет очень хорошо, если это будет. А еще у меня новое занятие, это телеведущий, я буду сказать. А где это находились? Это площадки пионеров. Пашинационные. Угу. Вот. Поэтому очень, я же говорю, очень много всяких занятий, очень много дел, поэтому нужно успевать. А что это будет за проект? Ну, то есть, о чем будет? Это будет